К нам поступили три вопроса от информационного агентства «Взгляд.Инфо» о возможном участии инспектора комитета в инциденте на территории Лысогорского лесхоза. Первый вопрос. Является ли автомобиль УАЗ с номером ЛВ-18А-164 служебным транспортом областного комитета охотничьего хозяйства, рыболовства или подведомственных ему учреждений? Комитет с обозначенным государственным регистрационным знаком не является служебным транспортом комитета. Второй вопрос. Проводится ли в отношении Бурлаченко служебная проверка в связи с его возможным участием в попытке кражи? Проверка причастности Бурлаченко по данному вопросу на сегодняшний день проводится территориальным отделом полиции, именно МВО МВД Калининск. Наконец, третий вопрос от СМИ. Брались ли с Бурлаченко должностными лицами Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства объяснения в связи с его участием в указанном инциденте? Ну, в связи с тем, что, как я уже обозначил, проверка на сегодняшний день проводится отделом полиции, служебная проверка по Бурлаченко не проводится в силу того, что на сегодняшний день в рамках возбужденного дела, уголовного дела по факту кражи именно отбираются объяснения, в том числе и от Бурлаченко, проводятся все непосредственные действия. После проведения всех проверочных действий именно отделом полиции, который именно объективно установит все обстоятельства именно причастности, непричастности именно конкретно Бурлаченко, мы примем соответствующие меры. Помимо прочего, мы на следующий день после данного инцидента запросили в отделе полиции все необходимые сведения, в том числе о краже, по ответу отдела полиции именно статус подозреваемого Бурлаченко не имеет, не задерживался. Вот. Но, соответственно, будем ждать результата расследования уголовного дела, после этого примем соответствующее решение в рамках действующего законодательства.